В прошлый раз мы проверяли общий фактор доверия в лобби одним аккаунтом с камеры. Эксперимент пошел не по плану и нам ничего не сделали. Ну а что если таких аккаунтов будет два? Да ничего не будет! По факту, так и останется. Снизу один? Нет, двое, двое внизу, двое внизу. Найс! Я вообще попасть не могу! Иду помогать! Найс! Жесткая команда, получается, бродяга и young fucker. Ну тут нет, тут забей. Тут все будет реально кафтыми, я тебе реально говорю. Какой кафтыми, бля. Не по-детски, сейчас убивать всех буду, я с щитами играю вообще. На, держи. Красивый дигл. У тебя тоже красивый? Не, у меня гипноз дигл. А, точно, я вообще забыл, что на твоем аккаунте лежит. Бэксайд один. Я и просто, я вообще попасть людей сегодня не могу. Нормально, нормально, нормально. Ладно, я в обход пошел. Один у тебя в спине. Да, понял, убил. Второй. Девятка. А я не знаю, где. А, понял. Ну я ставить пошел. Нормально. Да ло, хп, ну. На нож, говно. Чё, ну нормально, най, ладно, най. И так сойдет. Чё они играют, как лохи, пол? О, чё? Минус. Я ему дал по голове сразу, подожди. Я ща так обосрался. А чё, мы проиграли, да, этот раунд? Да нормально. Не, я понял, почему мы выиграем. Ты посмотри просто на мой ран. Сильвер, а кто это, 6? Да, получается так, да. Ну один вот здесь вот сидит с дробовиком. Не могут запушить в этот дым? Вообще, по идее, могут. Мама, вот он, давай, смотри, прочитал просто. Иди ставь пачку, я тебя прикрываю. Точно прикрываешь? Какой минус просто, 46. Но... Он вон там справа снизу. Я понимаю. Покажи, что такое скилл. Ну вот так встанем просто еще. И гранатку кинем. Иди пус. Не-не-не-не-не. Ты на сильверах прячешься. Что тихо, это тихо, такое? Тихо-тихо-тихо. Я поприкалываться хочу. Где он? Блять, тебя обманули! Я думал, он дефузит, что за прикол вообще? Там хаешка еще идеально прям под ноги залетела бы, если бы он дефузил-то, а? Ладно, показываю как бы, ну, лучшую тактику. Да я его рот топтал, один в выходе. Можешь что-нибудь сделать уже? Не могу, все очень плохо сегодня. Да ты что? Ты прикат, там два типа сидят, два типа. Один слева, другой справа. Там если хаешка залетела по обоим, было бы минус 50. Ну а чтобы такие скины, как у скамера, были на ваших аккаунтах, то залетайте на Force Drop. Ведь ребята совсем недавно обновили дизайн, и каждый режим выглядит максимально неповторимо и красиво. Также с этой обновой они повысили шанс на крутой дроп. Ну а если денег мало, то можешь пооткрывать кейсы от 3 рублей до 10. Честно скажу, я такого нигде не видел. Ну и чтобы получить еще чуть-чуть халявы, то вводи мой промокод Ураган, который дает тебе 40% при пополнении баланса. Ну и как всегда, все полезные ссылки находятся в закрепленном комментарии. Не забывай и залетай на Force Drop. Сейчас все будет. Блять, ты флешки можешь адекватные давать? Не умею. Вот смотри, ты сейчас умрешь. Умри. Тихо, где тихо, девятка? Тихо. Девятка у вас был. Ладно, ты давай, я пачку спавню. Опт. Ну еще где он? Не наблюдаю. Но если ты не обманул, он на девятке, следовательно, он сейчас спустится в сити куда-то. На девятке. Ну я не могу в него попасть, минус 37. Но! Бля, ты тренируешься, что ли, пока ну типа в отдыхе мы сидим? Вообще не тренируюсь. Вообще я ни полный разу. Попуск в этой игре, так прям это, максимально. Это мы и так прекрасно все знаем. Ты охуел, что ли? Меня это унижает очень сильно, я не могу так жить. И у меня есть оправдание, карта не моя. Ну как? Ну, ураган, я ебал, ну, я не могу его убить даже! Это самые конченые тайминги! Ой, все приходится на своих плечах, просто абсолютно. Все, ладно, реально. Минус 2. Смотри, вот просто. Нормально, я покажу раз, у меня аккаунт просто со скинами дорогими, и в итоге АВП африканская сетка просто, да? Нормально, Dragon War вывели в тот момент. Делаем вот так вот. Смог, сможет запушить. Я того все, минус 92! Справа на выходе, справа от тебя. А, чего? Дигл под тобой. Один патрон. Уж был тут. А все, он слева. Либо за толчком. Нет! Ну что за тайминг? Я ему еще успел накидать минус 50. Ну что за бред вообще? Не буду говорить то, что нам в рот дают. Мне в рот дают тебе, сильвера. Тебе, ураган, тебе. Прошу уточнять, да? Как бы у меня 7 килов, у тебя 2. Просто, ну, уточнять. Смотри, надо, сейчас да? Умная реабилитация пойдет. Даже слово адекватно выговорил. Ты понимаешь, насколько это легендарно сейчас? О, фальшон. Давай. П2000, дамасская сталь. 2002 кила. Сейчас будет 2004 кила, смотри. Что у тебя за прицел, скажи, пожалуйста. Твой. Это твой? Твой. Динамически. Какой мой? Это не мой. Ну, если это мой, это я не мой прицел вообще. Ну, попади, пожалуйста. Ну, попади. Да, ты
Ты прикалываешься вообще, да ты рок? Я не могу убивать, это что-то не родное. Я не понимаю, у тебя прицел классический, зеленый, этот динамический. Нет, это твой прицел. С точкой по центру. Нет. Ты прикалываешься вообще? Найс! Лучше! Вот просто командная работа! Я отвлек, ты убил! Команда, да, так да, я да, его отвлекал! Командная работа! Я, как обычно, беру все на себя, ураган! Убей его, пожалуйста! Ой-ой-ой! Ну, наконец-то! Вот скилл проснулся, показываю! Вот сейчас будет просто, ну, изнеможение это людей! Твой, это твой первый и последний скилл, чтобы ты понимал, как бы, да? Не надо! Я смогу что-то сделать! Не-не-не-не-не-не-не! А подсади меня сейчас вон там вот! Нет, не могу! Ну, подсади, ну, пожалуйста! Опт! Че, где они? Бред! Вот я на тебя отвлекся и все, и ГГ на лестнице один слева! Право топает! Где? Мне почему-то кажется, вот да, под тобой. Лучше! Да почему? Вот когда он остается, там просто боты. Когда против меня, они включают всех просто. Ураган, какие? Я же говорил, что твой последний килл будет. Сейчас я дам килл, я просто пытаюсь выпендриваться, не получается. Не дашь килл, не дашь килл, не дал, не дашь, не дашь, не дашь. Чем вот ему просто по голове пригреть, а? Показываю, вот так вот жесткий смог. Вот, видал? Ну и чё, одного килла мало, ураган. Так ты сказал, это мой последний, и там тип сгорел ливнул. А всё, там всё ливнул, смотри, а? Ну чё, ураган, я же говорил, что это твой победа. Последний килл будет, если бы не я, мы бы это не выиграли, вы понимаете? Что ты говоришь такое, а? Конечно, командная работа, такое бывает. У кого-то идет, у кого-то не идет. Как бы самое главное, что мы остаемся вместе, не ссоримся, все дела. Ну не убивай. Понял, ладно, спасибо большое. КС, пожалуйста, без сильвера в катке. Я хочу, чтобы не только мне в рот давали, но Эливу тоже. 103. Три сильвера в катку, включая тебя. Сейчас дырка будет в твоей голове только, ты понял это? Вот просто вот что за тиммейт сидит, обсирает, даже не подбадривает. На, помог тебе. Вот если бы не я, не смог бы ничего сделать. Нет, это помощь. На нож, на нож. Вот это говно на нож. Собака. Сейчас забанит, подожди. Не забанит. Нет, 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 нет. Такого точно не будет. Да, конечно, да, да, да. Да, какой-то прицел говно, да, я у типа украду. У кого, у какого? Возьми у Скаяна. Первый у них. Скаун. Ну-ка, как взять вообще? Копировать. ПКМ, его там справа копировать, да. Нормально? Вот с таким и играем. Ой, блин. Зелень. Ну, пикни меня. Ну, они на тебя выходят, на меня нет. Ну, второй где? Коннектор. Мой, ну мой! Настя, не видишь? Застилил, не было, застилил, не было. Застилил, справа не написано, застилил, что застилил, ты помог. Застилил, застилил, застилил. Я не успел выстрелить. Он начал стреляться на меня, понял? Я весь взял упор на себя, так что не надо. То есть, как в прошлой катке я так же делал, ты говоришь, что я лох, а ты да, бог? Да, да, да. А, я тебя Андрей укусил, честно скажи. Нет. Ну-ка, флешечка полетела. И смотри, вот так вот киберспортивная флешечка давай, полетела. Давай, вторая не полетела. Я в зелень просто молик даю. Они не пикнут. Ой, а кому по жопе дали? Да ты собака ушастая, дай побегать, поубивать. Ну, ураган, что я могу сказать, что я могу поделать, скажи, если у тебя... Ничего, ливни просто из катки. Со скилла, если, то все, понимаешь, просто, да? Просто, ну, вот это унижение полное. Кстати, у меня неплохо с этим прицелом получается играть, так, а у меня все плохо, я не могу, меня раздражает, я больше в КС в жизни не зайду вот в такие вот матчи, да что ты меня Флешка. Стопишь? Спасибо. Ну, у тебя, конечно, такие, ну, лоховские, видите, на стопе стоит. Двое на стопе, ну, давай, давай, за стиль. Ну, конечно. Конечно, я ему 59 дал, 59. Стоит мне только слиться, и ты сразу понимаешь, вот раунды. Ладно, вот показывай. Такие иди вот. Иди слейся, отдаешь. Вот просто, не, иди умри, вот просто выйди сейчас на плент, умри. Нет. Умри, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста, юфакер. Иди, иди один просто, иди один просто. Хорошо, туда. Вот я стой здесь, стой здесь. Смотри, я, показываю. Я в этом буду. Ну, давай, давай, давай. Я показываю, как нужно тащить правильно вот в этих играх. Давай, это что, Олег давай, мне давай, вот, ну, просто палки в колеса вставляет. Ураган, проблемы какие-то, да? Нет, первый, видишь, есть. А, я слышал, что тебе по голове прилетело. Ну и что? Видал? Ну, если садиком, бы был садиком, ты... Садиком, хорошо, ладно, любой может, я иду, я калаш беру, может. Твой причем такой говенный. Любой может, давай. Смотри, давай, ладно, давай, стой давай. На респе, показываю. Раз. Второе говно, где? Кто тут? Кто не лох? Конечно, против силеров так любой может. Блять, да ты на все оправдание найдешь, чтобы меня просто закопать. Ясно все. Вот то, что ты даешь там, ну, миллиард киллов против сильверов, это ну, скил, правильно? Я что, хвастаюсь, что ли? Я все равно на первом месте все равно нахожусь в команде. Сейчас все будет. Ну ты просто пачки научился плентить и все. Ща пойду догонял, уже так уж и быть. Давай, 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 давай. Конечно, когда два раунда факашил, ничего не делал. Ну, Олег, ну надо как бы, ну, скил подтянуть, понимаешь? А вы чё жёстко дали мне, кстати? Что за прицел у тебя, скажи, пожалуйста? Скаяна.
У меня другой взялся. Ну, маленький такой. Не, что он делает? У тебя. Ураган, убей его уже, пожалуйста, но не позорься. Мне его жалко. Ну, просто не позорься, пожалуйста. Мне его жалко. Да, конечно, ага. Вот, видишь, я просто, ну, захотел, убил, понимаешь? Да. Я ни в коем разе, ну, типа, не лоу-скилл, все дела. Конечно, ну, я вот команду веду, 1-6 ведем, понимаешь? Ну, давай уже, начинай играть. Все, можно, да, могу. Ладно, так все быть, я разрешаю. Можешь пойти хоть кого-нибудь убить, но только одного. Я слепой. Вот опять спасаю тебя. Нет, бэксайд, бэксайд. Ну просто 10-0-1 иду. Просто идеальный счет. Молодец, молодец. А там тип 007. Ну это агент просто, понимаешь, под прикрытием работающий. Там все нормально, там все схвачено. Ладно, куда идем? Ну куда? Нам пачку плантить надо. А, да? Да что ты говоришь? Да. Так это ж реверс КС. Конечно. Было бы смешно, кстати. Давай, Ураган, чё ты? Я иду. Помешай мне, пожалуйста, жить эту жизнь. Так тебе никто не мешает. Ты мешаешь. Делай. Отвлекаешь меня. Делай. Ну и чё? Ну я не знаю, где они, чё ты, чё. Они сверху, сейчас в дроп-рум пойдут. Какой я попуск. И ты тоже попуск! Не-не-не-не, я одного забрал. Но тебя вот этот вот лох убил. Ну что, почему сразу ты так обесцениваешь его? Может, у него просто игра не пошла, как у тебя. Потому что ты меня также обесценивал. Он там сейчас спрашивает, кто использует P2000 вообще. Ну вот я что не поменял на юз. Сейчас напишу ему stupid, show, boy. Все, my English is very good. У меня... Ну, один зелень, я в тебя верю. Смотри, я слышал типа тут. Тут нет никого, один из моих. Я слышал, наверху. Ну, ладно, давай. Не пойдет, реально? А как? А как Сигуана не летит-то так? Там же пули прямо летели. Ладно, надо решать эти вопросы кавтымичные, все вот эти вот, да. Пошли сейчас быстренько развалим кабины наших оппонентов, соперников, противников, противоположной стороны игроков, так сказать. Да, и просто завалим их, так сказать, победой нашей уже. Кто это за продавец с персиками сейчас со мной в команде? О, другой зелень идет, зелень, уже вышел. Ну все, Габелла. Ну все, Габелла. Ну, Лаки залетела там, не понимаю. Хорошо. Что-то, смотри, пытается, что-то думает. Не затащишь раунд, не затащишь его. Ну, не затащишь раунд. Ну, нахрена, вот, ну, просто, ну... Давай, не, ну, жизнь, главное, красивый килл, но на Лаки залетела, так уж и быть. Ну, вот это все потому, что ты мне под руку говоришь. Вот надо поддержку говорить, ты попадешь, выиграешь эту игру. Ну, мы и так выиграем эту игру, я же знаю. Красиво, но на шару. Сука. Вот ну, это вот было тут, на шару! Тут не на шару, но некрасиво. Пиздец. Ну, просто вплотную убил. Кто, все кто не по, нравится, кто на побегай с куколкой. Тони, то что это за принцесса Несмеяна или как ее там? Нормально! Ты из-за того, что мне сказал тогда на паузе постоять, то все, у меня мой, так сказать, прям сбился, ритм, и все. Ну, конечно. Ну, оправдание, понимаешь, слабые ищут оправдание. Не-не-не. Сильные идут дальше. Я рот ебал, меня на ускопом убили. Вот сильные пошел дальше. Видели? Ой. А как, у них там два авика, что ли, было? Что за кавтомешная рыба? А, нет, один и тот же. Давай, иди сюда, сейчас за мной, я тебе помогу. Как? Вытащить эту катку. Пошли за мной, пошли. Ладно, хорошо. Вот сюда сядешь? Сюда. Ага. Ну не стреляй ты нафига! А, не надо было? Ураган. Ой-ой-ой. Какого убил? Который правый был. Зелень остался. На зелени не было. Ой, не зелень, поп-дог точно. Пойдем на нож, говно, на нож, говно. Давай. Зарезать! Найс, красава! Просто финальная точка в этой карте. Тут точка жирная поставлена, прям такая хорошая.